Они гуляли по захолустью улочки. Вдруг Зыкину пришла в голову мысль. О, а мы только что дом моего товарища прошли. Давай к нему зайдем, предложила Маша. А что, давай, он, наверное, дома. Вот тут он живет, сюда. Вот вешалка, не нужно. И нечего вешать. Нет никого дома. Он, наверное, вышел. Подождем его. Ну, подождем. А что это за внук стоит в углу? Я не знаю. Он тут по жизни у него стоит. Таинственно. Ну, и телевизор посмотрим. Криминальное. Подольский район терроризирует ведьма. С таким заголовком вышли сегодня все столичные газеты. Местные жители боятся выходить из домов, закрываются магазины. Одетая в лохмотья старуха нападает на людей, пугает их до смерти. Ходят слухи, что из склепа на горе Киселёвка выпущена сама Баба Яга. Начальник милиции Ягода выдвинул версию, что страшная старуха прячется в одном из домов, что позволяет ей быстро скрываться с места преступления. Сегодня количество жертв перевалило за 30 штук, среди 5 старейших и молодежь. Еще 15 госпитализированы и находятся в состоянии нервного шока. Городские власти собираются вводить чрезвычайное положение.